правильная формулировка, что ни у кого не может быть претензий к конкретным участникам ЧВК «Вагнер», потому что мы ничего плохого не делали, а просто исполняли приказания. Но ведь неправильное приказание, да, злочинный наказ, это же не стоит, ну, то есть это и есть тоже, тоже вот таким преступлением исполнять преступный приказ. Ну, как я понимаю, сейчас чиновники, а также государственные СМИ отрабатывают, собственно, вот эту версию спущенную о том, что ничего такого не произошло. Во-первых, мне кажется, все-таки в первую очередь, чтобы как-то компенсировать огромную дискредитацию Путина. Шойгу там бог с ним. Здесь вопрос все-таки в Путине. Огромную дискредитацию Путина, которая произошла в результате вот этого мятежа. Я думаю, что вот это первопричина. Вторая причина то, что да, все знают, это, в общем-то, подтверждено и Песковым, что Пригожину и его людям были даны гарантии о закрытии имеющихся уголовных дел, дальнейшем непреследовании их со стороны, так сказать, правоохранительных органов и, в общем-то, в целом безопасность, как я понимаю. Поэтому если власть обеспечивает этим людям безопасность, гарантирует им безопасность, чиновники и государственные СМИ, естественно, в эту же дуду вынуждены, значит, дудить. Другое дело, что существуют всякие независимые каналы в Телеграме и так далее, в общем-то, Z-патриотов, но которые не являются прямыми на зарплате пропагандистами. Там много возмущений по всем этим поводам. Там говорят о том, что как это так, это вообще предатели, и вот эти предатели ушли, эти предатели еще и убили там сколько-то, 15 или 20, точно неизвестно, типа, российских солдат, когда сбивали вертолеты и самолеты, и все им сошло с рук, это как вообще. Но опять же, это вот в этих вот телеграм-каналах, вот в этих независимых, так сказать, ресурсах от разных Z-патриотических блогеров. А Симонян и прочие уже говорят о том, что, конечно, ничего страшного в нарушении там юридических норм в данном случае не было, потому что на кону была гражданская война. Но это говорит Симонян, а все остальные, в общем-то, пытаются в этой ситуации отмыть Путина. Угу. А скажите, вот если уже запускается, но приходится говорить вслух в информационном поле, что можно особо не смотреть на закон, если в этом есть какая-то целесообразность. Если вот чтобы не было гражданской войны, можно не считать преступление преступлением. А кому это может в первую очередь развязать руки? Да кому угодно, в этом-то и суть. Вы абсолютно правы. Это, в общем-то, путь в один конец, плохой для них, для сегодняшнего режима и всех, кто с этим режимом связан. Потому что если прозвучало, что нормы закона, на это так, мы их, в общем-то, уже понятно, что в России давно не существует как такового права, как таковых исполняемых законов. Но здесь на официальном уровне говорится, что это все резиновое, и что, в принципе, Можно сакцентирую внимание, потому что Пригожин-то анонсировал, что вагнеровцы захватили военные объекты, аэродромы, там сбили несколько вертолетов. И вот это вот все не называется преступлением. То есть российские граждане, представители силового определенной группировки, стреляли в армию, захватили армейские объекты, и это не преступление. Да, знаете, такое выражение есть, а что, так можно было? Такая шутка, такая мем. Вот это тот самый случай, когда, конечно, теперь есть понимание, что некая форма анархии, значит, в России, это считается нормальным. Следующий заход мятежа может быть вполне успешным, и в этом направлении ситуация, скорее всего, и будет развиваться. Все, что было еще невозможно несколько дней назад, до вот этого события, теперь стало абсолютной реальностью, начиная с потенциального какого-то еще там каких-то, конечно, далеко не все обладают все-таки таким человеческим ресурсом или военным ресурсом, как ЧВК «Вагнер», но между тем какие-то еще несогласные люди могут себе позволить что-то такого же рода. Но даже не только это. Трон под Путиным пошатнулся. Его сакральность
уничтожена. Он вот этот 20 лет, его аппарат, его, значит, подконтрольные средства массовой информации делали из него некую такую сакральную фигуру. Угу. Больше этого нет. Таким образом, это приближает и потенциально дворцовый переворот. Угу. Потому что все те люди, которые боялись пикнуть, боялись собраться по двое, по трое, чтобы что-то начать как-то придумывать, что делать с Путиным, там мало кто доволен нынешней ситуацией. Они просто они не то, что даже против войны, они, в общем-то, сволочи все там. Но даже из своих шкурных интересов их сегодняшняя ситуация мало устраивает. Но просто все страшно боятся Путина. Сегодня, на сегодня, после того, что сделал Пригожин, Путина стали бояться меньше. В его собственном окружении. И поэтому дворцовый переворот, сценарий с табакеркой стали значительно более реальными в результате вот этих действий Пригожина. Угу. Наталья, почему вот эта попытка мятежа оказалась неуспешной? Ну, то есть, я не знаю, может быть, вы будете трактовать, что она была успешной, может, именно этого хотел Пригожин достичь, я не знаю. Но, по крайней мере, он как бы шел, он захватил какие-то объекты, он двигался в сторону Москвы, но остановился и повернул назад. Нет, мы-то с Пригожиным по разные стороны, естественно, и то, что успешно для него, там, или неуспешно, мы по-разному трактуем. Я считаю, что он развернулся, потому что, в общем-то, он сволочь, которая думает только о себе. Конечно же, вот все те его прекрасные такие, звучавшие, в общем, действительно для народа привлекательно слоганы о том, что он за справедливость для всех, за народ, за, естественно, за простых солдат. Все это был блеф, безусловно. Он шел из-за себя. Он шел из-за того, что против него возбудили уголовное дело и собирались отобрать у него бизнес, ЧВК «Вагнер». Он только ради этого шел. Когда путем переговоров он достиг каких-то договоренностей в этом отношении, что дело против него будет закрыто, что преследований в отношении него не будет, там не совсем понятно, что обещали все-таки до конца, прям не совсем понятно, что обещали вагнеровцам, но вроде как тоже их пока трогать не будут. Я думаю, что все-таки это было с его стороны одним из условий. Этого было ему достаточно. Ему не совершенно не обязательно было, у него не было цели, в отличие от оппозиции, российской, я имею в виду, включая меня, да, у него не было цели вот целенаправленно просто сменить режим, убрать Путина, там, установить демократию в стране. Ну, какая демократия, как и Пригожин? Где это в одном предложении вообще может быть? Другое дело, что мы с ним по разные, естественно, стороны, и поэтому то, что случилось, оно выгодно очень стране и всем нам, я считаю, потому что власть пошатнулась первый раз по-настоящему, по-серьезному за 23 года путинского правления. И теперь разные сценарии окончания и краха этого режима вполне возможны. Плюс немаловажно, что, на мой взгляд, одним из результатов является то, что теперь победа, и причем такая вот по-настоящему сокрушительная Украина, стала значительно более реальной. Наталья, а как вы считаете, что могли обещать Пригожину или чего он мог хотеть? Потому что, вот, например, The Telegraph пишут о том, что по их мнению, по их оценкам, способом давления на Пригожина могли быть угрозы близким семьям и Пригожина, и каких-то близких приспешников, или то, что в действительности не 25 тысяч вагнеровцев шло на Москву, а может 1008 или того меньше, 3 тысячи, и поэтому реального шанса как бы там дойти до Кремля не было. Ну, сейчас версий много, и кто-то рассказывает, что там уже было готово серьезное сопротивление где-то там в 50 километрах от Москвы, его бы просто уничтожили вместе с его вагнеровцами, сколько бы их там ни было, мы точно, конечно, не знаем. Это может быть то, что надавили из-за родственников, но что, дурак, что ли, до этого не знал, что у него есть родственники, что на них можно надавить, но все-таки у него не вчера родился. Вот в эту версию я не верю, что ему сказали, а у тебя тут дочь? Ой, да, у меня, да, ну тогда я развернусь, пожалуй. Но это какой-то, при всем уважении к телеграфу и британским СМИ, но это немножко наивно. Нет, я думаю, что помимо безопасности, вот моя какое-то такое вот внутреннее ощущение мне подсказывает, что ему пообещали еще какие-то там золотые горы. Он очень человек, любящий деньги. Он вообще-то до последнего момента, до недавнего, когда он начал записывать эти как бы патриотические ролики, он вообще был просто бизнесмен, да, который делал приличные деньги. И часто, мягко говоря, нечестным, нечистым путем, если говорить о том, что делал ЧВК «Вагнер» под его руководством там, в ЦАРе и так далее. Да. Но он зарабатывал на этом на всем.
Обещали ему, что там, я думаю, что он в Беларуси не задержится, если его не убьют в Беларуси, не успеют, он уедет в ЦАР, и дальше будет промышлять, может быть, ему там на откуп отдали золотые прииски, ну уж я не знаю. Но мне кажется, там какая-то экономическая составляющая была. Спасибо огромное. Будем следить за этим с интересом. То есть я понимаю правильно, ваш прогноз, что Пригожин не останется в Беларуси, а что через там некоторое время мы увидим его в Африке? Я думаю, что да. Мое мнение такое. Спасибо. Зафиксировали. Будем следить за развитием ситуации. И до новых встреч. Наталья Пелевина, российская политична діячка, була на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».